Доброго раннего утра всем. Итак, мы на Ямайке. Мы вчера вечером приехали, прилетели сюда. Лететь сюда двумя самолетами. Good morning. I'm doing good. How are you? I'm quite fine. Nice to be in the land of paradise. You are so beautiful. Thank you. So many days you're going to be with us. It's only 5 days. Oh my God. We're gonna love it. So which state you're from? We are from Oklahoma. Oklahoma. But originally I'm from Russia. Brazil, yeah. Russia. Nice, you are so beautiful. You married? Thank you. You married? Thank you. You married? What married? You married? Yes, I am. Okay, because I was just about to ask for that opportunity. Oh my God. This is how it's supposed to be, girl. Be married. I like you in many ways, you know. You are so beautiful. I wish you were mine. Oh. And you know, I'm the little jewelry man around. Yeah, I see. Got some nice stuff. Some more people want to see you, you know. Yeah. Maybe one day, I see Bob Marley. Yeah, see? Cool. Yeah. Want to do it? This one on a cheap price. It's not to start my day. How much you pay you sell it? This one for 15, I'll do you for 10. Which money is this? It's American dollar. American dollar, $150? $10, not $150. $10? Yeah. Really? Okay. How much you have in your account? I didn't think about it. Maybe tomorrow, yeah, maybe next time. How much you would want to give me? How much you would want to spend? For bracelets? What do you think? Usually I make bracelets by my own. Okay. Yeah, so I'm pretty good on it. I want to get it. Yeah. Okay, stay safe. Thank you. And remember, when you see me, I like you. Of course. I like you. Wishing every day as God said, no, you were mine. Your boyfriend out here? He's here? Huh? Your boyfriend out here? Where? Your husband. He's in Jamaica. No, my husband is here. He's American. Okay. Yeah. Okay, we're playing a game on the side, because if he wasn't here, I'll have to such opportunity to play the game while you're here. Stay sweet. Okay. Love. Thank you. Bye. И вот в этом все мужчины здесь. Первое, что бросилось в глаза, это полное сексуальное доминирование здесь мужчин. Значит, когда мы только приехали, и наш багаж катил один из служащих здесь, вот он катит багаж, и идет девушка, которая тоже... Ой, какая теплая вода! Которая тоже здесь работает. И он ее, знаете, как откликнул там? Эй, красотка, ты куда идешь там? И все время ее подкалывал, подсвистывал, под то все, знаете. А потом вечером мы с мужем так обсуждаем. Он говорит, ты видела, говорит, как он за ней ударял? Я говорю, да, но ты видел мою реакцию, что я не фонтан, не, об этом нет, потому что все, сейчас я из страны, где женщины доминируют, и такое принимается как sexual harassment. Он говорит, вот это именно да, потому что в США такое не принимается. У нас, говорит, парень такой был. Один раз мы сделали замечание, второй раз замечание, а потом уволили. Вот именно из-за этого, что никак не мог девчонок пропустить. Смотрите, какой там красивый вид. С утра прошел дождь. Короче, парень мне пытался продать один браслет за 10 американских долларов. Это смешно, правда? Я ему сказала, что я сама делаю такие браслеты за копейки. Здесь вчера была свадьба, и вот там вот бар. Видите, что осталось? Пепел. От шумного всего этого торжества. И куча всяких бумажек сегодня будут прибирать. Но это раннее утро, сейчас только 6 часов утра. 6 утра. Вау, это крабы, что ли, там ползают? А ну, кушай отсюда. Кушай отсюда. Их боюсь. А пляж, оказывается, не такой большой, как он кажется на картинке. Вот это здание наше, это там, где мы живем. Вот там вот остров, я не знаю, соединяется он или не соединяется. По-моему, не соединяется. Такой маленький островочек. И тоже резорт. Маленький резорт. Сандалс. А, пахнет так, как море. С стороны, посмотрите, восход. С той стороны восход. Красиво как. И вот там гора. Ее пока не видно, потому что я как бы в низине сейчас нахожусь.
Насколько я читала, вот это все, это насыпное, это не настоящее. За настоящим пляжем, по-моему, нужно ехать в Негрил, туда. Но, знаете как, я люблю все места, которые я посещаю. Абсолютно любое место я могу найти то, что мне нравится, потому что кайфовать от жизни, знаете как, это такое умение. Сейчас расскажу одну историю маленькую. У меня сыновья, да, между ними 1,5 года разницы. И когда я их послала, они были маленькие, я их послала в Подмосковье, в санатории. И они оттуда приехали, и я спрашиваю сыновей, по отдельности спрашиваю, как провел время, понравилось или не понравилось. Спросила старшего, он сказал, да ничего, так пойдет нормально, все. Вот это вот три слова было. Младший мне рассказывал все в красках. Какие девчонки были красивые, какие дискотеки были классные каждый день, как мы все были заняты. В общем, понимаете, вот в этом все. Еще, знаете, как важно, как мы все это видим. Я вижу по своему каналу, как люди слышат, как люди читают, как люди вообще понимают информацию, которую им даешь. Когда-то опять про детей, про своих. Послала я младшего сына своего, очень такой впечатлительный всегда, такой, как я. Он поехал в театр со своим классом. Приезжает, я у него спрашиваю, говорю, ну а что показывали там? Какая пьеса была, интересно ли было? Да ничего, нормально. Мам, ну ты знаешь, там был такой буфет, там были такие заварные, там были такие. Я говорю, подожди, но ты пьесу-то саму смотрел? Я говорю, да, слушал я, да, смотрел, слушал. Ну и как, тебе понравилось? Да понравилось, нормально такая. Ну, говорю, ну о чем? Да там было, ну что там, ну мужик то, все, ну там, ты знаешь, там такой был буфет, такой классный, там такие пирожные, там такие лимонады. Ну вот так вот, понимаете, кто зачем. Вот это у нас большой бассейн, здесь я не знаю, на сколько посадочных мест, посмотрите. Вот там идут рестораны, один большой зал, это буфет, как они называют, или мы называем это шведский стол. Огромное помещение, каждый день разные кухни. Мы вчера туда зашли, боже мой, мы аж растерялись, так много всего, но, наверное, как любой шведский стол. Смотрите, какие классные лежачки, да, прямо в воде. Вот, и дальше идут азиатский ресторан и итальянский ресторан, но в этих ресторанах нужно делать резервейшн. Видите, красный браслет? Это нам сразу цепляет браслет о том, что все включено. Здесь и спа есть, нам уже дали какие-то сертификаты на спа, мы пойдем массаж сделаем. Вот, там сколько ресторанов? Раз, два, три. Ну, это насколько я знаю, может, я что-то пропустила, но мы только вчера приехали. Ой, радуга красивая какая. Дождь был с утра. Здесь каждый день дождик, видите, как вот дождик. Еще не убирали они. Когда они убирать будут? Ну, вчера здесь такая толпа тусила, вы знаете, ну, такая, все как вылезли. Мы вчера уходили в 10, потому что мы были уставшие. И, знаете, как два перелета, у меня уши еще были заложены. И то вчера слишком много было еды, слишком много было всяких напитков интересных, слишком много было эмоций, и мы решили, что нам пора пойти немножко вздремнуть. Думаю, сегодня мы как-то наладимся. Вот здесь еще один ресторан, который днем он идет для ланча, а вечером он преобразуется в стейкхаус. Так, интересно, здесь у них есть выход к морю? Ну, давайте пойдем туда. Вот это все зона бассейна. Все зона бассейна. Красота. Я сегодня здесь буду. Если они еще бы круги давали бы, то вообще было бы просто прекрасно. Я взяла с собой 3 купальника. Здесь есть дресс-код. Сразу говорю, дресс-код по вечерам, по дням. Ну, как бы, знаете, чтобы в шортах не ходить по помещениям. Вот они еще все, смотрите, стоят стаканы. Никто не убрал, потому что здесь это пул-бар. Джакузи. Опять же, пул-бар. Можете сидеть в воде, киснуть, отмокать. Ну, наверное, тепло будет. Вот опять же, пул-бар. Тесненько здесь, конечно, как-то выглядит, мне кажется. О, есть выход на пляж. Вот этот парень, который прямо вот так берет в открытую и нагло врет. Говорит, надеюсь, ты была бы моя. Но самое главное и ценное в таких местах, это, конечно же, пляж. Это пляж. Здесь катание на яхтах, здесь на катамаранах, на погружение, все, что хотите.
Я не знаю, насколько у меня хватит сил. Ну, попробуем. А, песочек вот такой, видите? Ну, как я сказала, это не настоящий, он насыпной. За настоящим пляжем и песком нужно ехать, конечно. Ой, какая она теплая. И так здорово. Обожаю такие места. Вот это место, где я выросла, выросла на пляже. Поэтому для меня это очень много. Значит, мы вчера летим, мы видим эти все большие просторы водные. И меня муж спрашивает, ну что, достаточно тебе воды? Говорю, да вроде пойдет, пойдет. На сайте сказано, что 4,5 или чуть ли там не 5 звезд, но на самом деле это не так. Я не думаю, потому что если люди, которые любят ехать в Дубай, в 5-звездочный отель, я вот забыла, как этот отель называется. Вот не помню, просто пыталась вспомнить сегодня утром, но не вспомнила. Там, где несколько отелей соединены в один. И там еще река такая, нужна лодочка передвигаться. Там шикарно, конечно. Но по сравнению с тем отелем, этот немножко не идет. Да. Какая радуга красивая, да? Потихонечку люди просыпаются. Ой. No, thank you. Okay. I'm good. У него есть для меня колье. Так, вот здесь место. Прямо напротив. Прямо напротив нашего балкона. Место для бракосочетания. Видите вот этот шалаш? Он обычно симпатичный. Вчера он был просто использован. Его еще пока не почистили. Вот. Ну, по-моему, вот эта территория, вот эта и вся. Видите, такая она уж не совсем уж большая. Там у вас свои тапки, чтобы они немножко подсохли. Вода вот такая, видите, еще пока мутная. Ну, а на море с утра бывает такая вода, тем более белый песок мутит. Вот этот остров Сандалс. Вообще выглядит так симпатично, да? Но он такой стоит один. Вот если ураган, то я не знаю, даже. Его смоет, наверное, сразу же. Короче говоря, первые впечатления у нас, конечно, были очень хорошие. Мы вчера классно провели время. Вечер, по крайней мере, все люди такие простые, так знакомятся быстро. Вчера познакомились с парой, они из Канады, женщина из Канады. Мы с ней ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Она говорит, откуда вы? Я говорю, мы из Оклахомы. Нет, говорит, оригинально откуда? Я говорю, из России. У нее так сразу лицо такое, знаете, так вот она сделала. Я говорю, что, у вас много россиян? Она говорит, да. Я говорю, вот у нас, где мы живем, нет. Вот, в общем, и мы начали с ней болтать. Очень весело провели время, классно. Вышки вот такие стоят, видите, где Серега не смотрит. Вот много просыпается. В принципе, уже можно идти на завтрак. Сейчас пойду будить мужа. Вот они как, видите, перевозятся своих людей на остров. На лодочках. Все, наверное, вот это и все, наверное. Наша территория is over. Люди плавают даже. Не знаю, рискну ли я поплавать. Еще сегодня один вопрос, который нам нужно разузнать, это здесь где-то есть duty-free shopping mall. Пойдем посмотрим, что там продается. А очень хочу посетить именно craft market. Это там, где люди продают свои бижутерии, изделия любые. Я хочу посмотреть на их бижутерию. Если вдруг какую-нибудь идею новую подцеплю. Ну, видите, за 10 долларов просто. Ну что, с ума сошли, что ли? Он у нас-то с копейки стоит. По доллару, наверное, они продаются. Еще, кстати, если сюда едете, нужно иметь средства для защиты от комаров. Комаров здесь тьма тьмущая.
Смотри, я не пойму, у меня что, камеру что-то завязано. Короче, вот так солнышко встает, радуга вот такая красивая, смотрите. Видно ли радугу? Большая. Потому что утром я проснулась, 5:30, шел дождь. Но на температуру это никак не влияет. Очень-очень тепло. I said you must have fun now. Yes, I always have fun. Yeah, because and I will be all right. Thank you. You're just so nice in here. Wishing. Huh? I keep wishing you were not. I don't think so. But you can. Why not? What? If I was in your state. Probably if I was in your state, I would be your lover boy. Gotcha. You see, as I saw you, you are like right here in my heart. Okay, gotcha. One, okay? Yeah, sure. Okay, have a nice day. And when you go back home, you can tell your friends and the family you saw someone who loves you so much. Okay, thank you. Bye-bye. Okay. See you. Интересно, здесь есть где ноги помыть? Ой. Sorry. How this works? Thank you. Get a lot of selfie? Huh? Yeah. Yeah, I make a video for my channel. What channel? In YouTube. Blog. What about? About life. The excellent life. Yeah. Все такие разговорчивые и все готовы общаться. Мони. Сейчас покажу, как у нас выглядит наше патио. Вот здесь у нас такой маленький балкончик, где можно сидеть. И вот как раз у меня вид, видите, на эту. Я даже вчера вот эту штуку и не заметила. Настолько я была уставшая, настолько я была рада, что я наконец-то оказалась в этом месте. Вот, наконец-то они вышли прибираться.